В Рижском заливе был разыгран чемпионат Советского Союза по олимпийским классам яхт. Победу на водных просторах оспаривали лучшие яхтсмены страны, в том числе и кандидаты в нашу олимпийскую команду. Парусный спорт – спорт особый. В нем, помимо мастерства спортсменов, решающую роль играют достоинства самой яхты, ее парусов и мачт, капризы морских течений, характер ветров. Поймать и не упустить ветер – вот заветная цель участников парусной гонки. В классе «Звездный» первый финишный створ пересекла яхта победителя спартакиады народов СССР Бориса Будникова.